Сегодня просто был потрясающий для детей новогодний праздник. Все очень ждали, Деда Мороза, кричали весело, звали его, готовили стишки, детишки маленькие и большие. Дедушка Мороз пришел, поздравил всех детей с праздником. Не только детей, всех окружающих. Это было просто великолепно. Дети читали стихи, за это они получали подарки. Это было просто здорово. Спасибо всем за такое просто хорошее, за такое хорошее, за организацию такую, за такой праздник для наших детей, для взрослых. Просто спасибо.